Всем привет. Что-то у меня ребятки мои криптанули. Смотрите. Хирург обсыпан. Хелман. На дому видно, да, прекрасные точки. Зибросома вроде чистая. А вот эти два ребята. Двое ребята обсыпаны. Так, ну буду сейчас пробовать народный метод. Это чеснок. Сок чеснока выдавлю в артемию. Не раз так помогало. Но так сильно их не обсыпало. Попробую, завтра будет видно. Так, беру кусочек бинта. Складываю. Две головки чеснока, чтоб легче было выжать сок. Так, собираю. Все готово. И выжимаю. Вот так. Перемешаю и покормлю. Завтра покажу результат. Так, прошла ночь. И, как вы видите, пятнышек практически не осталось. Что на хирурге, что на Хелмане. На Хелмане на хвосте прям видно, пятнышки стали мутные. Они просто растворяются. Ну вот, ребят, метод рабочий. Буду примерно раз в неделю, наверное, добавлять сок чеснока в артемию. Чисто для профилактики. Чтоб зараза это не цеплялась. Ну вот как-то так.